зовут Евгений, руководитель сети Viking Touristic. Сейчас я нахожусь для вас в Паттайе. Это Таиланд у нас. Отель, который мы будем инспектировать, это отель Анан. Ананан. Ресепшн находится на минус первом этаже. Здесь у нас сразу бар. Ставили мороженое, фрукты замороженные и полотенца влажные. Вот он бассейн. Сразу на первой береговой линии он находится. Шезлонги прямо в воде стоят. Тоже прикольная тема. Такого еще не видел вообще где. Смотрите, круто, да? Лежишь прямо в воде. Тоже тренажерный зал напротив. Сейчас быстренько сбегаем. Тут же у нас бар. Это мы идем с вами на пляж. Посмотрим, какой здесь пляж. Здесь есть лифт. Вот я вам его снял. Он спускается еще ниже. Делюкс. Некон. Балкон. Выходим. Боковой вид на море и на парковку, куда вас приводят в отель. И на соседние отели. Здесь ведется вот там стройка небольшая. Сейчас с вами в спортзал забежим. Здесь у нас игровая комната. Вот смотрите, какая. Ну, прикольно большая, хорошая комната. Вот в предыдущих отелях мы посмотрели, или вообще нету, или... И здесь же сразу тренажерный зал. Тренажеры хорошие, новые, чистенькие, аккуратные, все велодорожка. И все есть, с видом на бассейн и на море. Здесь мы с вами переходим через мостик и через речку. Речка пахнет немного, ну такой небольшой запах есть. Но я думаю, он вам мешать не будет, потому что пляж находится дальше. У них, собственно, ведь территория. Здесь есть шезлонги свои, отгорожены даже забором. Ну и вот мы с вами подошли. Значит, смотрите, ну грязненько, мусора прибило много. Поэтому я Паттайю не очень люблю, потому что здесь как ни крути город, и все равно мусор прибивает. Вход песчаный, все хорошо. И вот он наш город. Видите, мы находимся с вами сейчас, получается, слева, а центр вон там вот. Вот он наш отель. Приходится снимать все на ходу, потому что коллеги уже все просмотрели. View Relax. Покрытие здесь плитка. Гардероб. Есть тапочки. Тапочки в том числе и сланцы. Два халата, сумки, большая ванная комната, весы, душ тропический есть, здесь у нас две кровати одинаковые, плазменный телевизор, кресло, балкон большой, видом на парковку туда, куда вы приезжаете, и на море. Кондиционер здесь центральный, плазменный телевизор. Как во многих отелях, окно прямо в душ. Чайный уголок, три бутылки воды, чай, кофе. Сейф и холодильник находятся вместе. Это у них, судя по всему, главный ресторан. Hello. C715, тип номера CBU Relax. Он, в принципе, по размерам похож на предыдущий тип номера. Здесь есть халаты, тапочки, весы,
ванная комната. Здесь уже мы видим, что есть и ванна, дверь в спальню, отдельно душ, душ тропический, сумка, две кровати, ну, по мебели все точно так же, как в предыдущем номере. Центральный кондиционер, покрытие, есть коврик небольшой, вот он, плитка на полу, плазменный телевизор, балкон с видом на море и на соседний отель, сейчас посмотрим. Вот он, пляж, также у них есть собственный бассейн вот здесь вот. Вот он, вот еще один, вот она вся территория, в принципе. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите. Буду рад вам помочь отдохнуть. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.